И каждый из них указал, что к ним применяли пытки с целью дачи признательных показаний в убийстве Дмитрия Шевелева. Это, насколько мне известно, руководитель энергосетей в Орске. Mm-hmm. Вот. Причем Иван очень интересно описывает метод, да, применения к нему пыток. То есть все было сделано таким образом, чтобы не оставлять следы. И отмечу, что это не единственный человек, который говорит именно о таком способе работы сотрудников полиции из Орска. К нам обращался еще один мужчина, они вообще абсолютно никак не знакомы и никогда не пересекались друг с другом. Он рассказывает именно примерно вот о таком же механизме причинения телесных повреждений.